Все, терьеры пошли. Серый говорит, я вообще не терьер, я не собака. Практически с нами. Не давайте ему нюхать мои цветы. Что это такое вообще? Тоже мне пчела нашлась. Прыгаем давайте. Да. Что я делаю в этой группе двоечников? Зачем мы вообще здесь? Давно бы уже зачет сдали и гуляли бы себе до нарушителей обратно. Лев, сидеть. Вот это вот. С какой стороны у него начало? А я вам говорила, сильнее стригите собаку. Тут, видите, ничего не понятно. Так, прыжок Шервуд один. Шервуд один. О, у нас два Шервуда. Берти, прыгаем. Лейв. Марта. Да. Человека с кольцами. В кольца не лезть. Специально вам провокационную позицию поставила. В кольца не лезть. Обход, пожалуйста, сосредоточьтесь. Я так и знала, что вы попадетесь. Мозг, мозг, мозг надо брать с собой. Как мы с Гришей вас поймали-то? Вся надежда на Лейфа, прям уповаю на вас. Ну, естественно, чужой лучше. Это ж понятно. Мне самое плохое досталось. Мрачное, депрессивное, черное. Нет, все-таки то. Золотая рыбка. Не хочу быть столбовой дворянкой. Берти, молодец, прям по Пушкину идет. Идите на тот половичок и сидеть. И просто сидеть, ничего от вас не требуется. Нет. Чего себе вы создали в группе коллапс? Сидеть, пожалуйста, на половичках. Отходим конусом, прошу вас. Отходим конусом. Собаку оставили, сами конусом. Лев чудесно, умничка. Марта. Нет. Сидеть, ждать. Общая команда лежать с дистанции от конуса, пожалуйста. 2 метра здесь, даже немного меньше. Лейв звезда по-военному, хорошо. Марта. Лежать. Шнауцеры не терьеры, да? Так что могу себе позволить. Лежать. Терьеры не служебники. Да, Берти? Нет, лежать. Вот если бы дали поохотиться, я бы показал. Хорошо. Лейв к себе один. Лейв, пожалуйста. Марта, не Лейв, вернуть. Берти, пожалуйста, к себе. Берти. Нет, нет, нет. Ну как, ну мы же с вами знаем порядки. Ну давайте, на половичок отошли, позвали к себе. Вот так. Вот теперь можно. Иди сюда. Хорошо, оставили у конуса, подошли к половичкам. На себя работаем, на себя, не для галочки. Поэтому давайте стараться. Прям с самого начала.
никого не обманывать, себя же мы в первую очередь обманываем таким невниманием, даже хуже делаем. Поэтому... Марта, сидеть, быстро. Сидеть. Сидеть. Лейф отлично. Умничка. Марта, наконец-то начал переключаться с маленьких, Берти, хорошо, с маленьких собачек на контроль. Молодцы. Взросление прошло. Дождались. Общий подход к себе. Марта. Хорошо, ладно, ладно. Ну, теперь давайте уже вместе. Обход с правой руки конуса, возврат на половичок. Прошу вас, делаем. Давайте. Лейф изумительно. Марта, умничка. Сейчас Берти. Угу. Обход с другой стороны, пожалуйста, возврат на половичок. Марта, хорошо. Это я тут еще одну собаку увидела, оказывается. Там, оказывается, кроме Марты еще кто-то есть дальше. Оставили на половичках, зашли за конус и два квадратика. У нас, видите, вся площадка расчерчена. Мы тут в выходные с Юлей в классике играем. Удобно очень. Прекрасно. Общая команда лежать, пожалуйста. Берти, Берти, лежать. Нет. Нет. Верни. Да я на тебя, куда тут мне еще... Берти, лежать. Лежать. Вернись. Черного терьера в ежовых рукавицах держит. Лежать. Берти, лежать. Лежать. Но эффективно. Согласна. По-другому и нельзя, наверное. Нельзя, нельзя, лезть нельзя. Это сидеть, сидеть. Веста, а вы можете этих ежовых рукавиц побольше наделать? Сидеть. А то нам тут для нескольких пар сидеть нужно. Вы сами себе сделали, а другим не даете. Лежать. Вы бы хоть продавали бы, озолотились бы. Ох, не знаю. Сколько ежей-то нужно найти, пока их уговоришь. Лейф отлично. Так. Марта. Нет. Лейф стоять. Лежать. 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 Секретная просьба. Лежать. Вот как я теперь целый час работать должна, по-вашему? Теперь я буду думать, что за секретная просьба. Позыв к себе, позыв. Марта, хорошо. Лейф, хорошо. Берти решил достать хозяйку, я поняла. Так, давайте все возвращаемся на половичок. Кроме Лейфа. А Лейф будет работать подзыв на площадку. Марту, пожалуйста, сместите на первый, будем запахи нюхать, да? Берти на вторую, вы сюда собаку оставляете, отходите на край площадки. Вдоль конусов на себя подзыв. Работаем. Да, Марта, пожалуйста, та же задача. Сейчас сменим, сменим. Сейчас чуть-чуть прогреемся. А то же вы так и не загорите без меня. Марта, сидеть, быстро. Жди. Да. Жди. Подзыв, пожалуйста. Да, очень хорошо. Берти, пробуем. Прошу вас, хорошо. Так, садимся на половичок. Лейф и Марта с двух сторон от конуса. Посадка, пожалуйста, пары пойдем. Хорошо, сюда. Идем. Сюда. Вниз. Хорошо. Сюда.
Сейчас, секундочку, здравствуйте, секундочку. Нет. Конечно. Марта, ждать. Вы терьеры? Да. Ну, тут вот шнауцеры, терьеры. Гришу взяли? А, хорошо, хорошо. Я без помощника, без, как без рук, вы же понимаете. Это правильно, да. О, какая вы сегодня красивая. Так, подзыв. Подзыв. Ай, Марта, хорошо. Иди сюда. Нет, нет. Давайте сразу посадку конуса и Берти туда же. Серега говорит, я вообще не терьер, я не собака. Я вон Гришу привел, чего он не учится, да? Сидеть. Ух ты. Сидеть. И сразу Берти такой послушный. Сидеть. Дожимайте, дожимайте. Я помню Шервуда, он может лучше. Сидеть. Отходим. Подзыв. Ладно, терпимо. Хорошо, еще раз, пожалуйста, Марта, Лив. Вместе с вами. Не, ну можете отойти, конечно, он тут и сам поработает. Нет, а вам на половичок, на любой. Тише, тише, тише. Тише, не кричим, вы что? Поле выходим уже. Распугаете мне всех орлов, там гнездятся они вообще, каждое дерево уже забито. Хорошо, подзыв через барьер. Нельзя. Лиф, нельзя. Слушай, он точно настоящий? Иди сюда. Да ты что ты, я не буду тебя трогать. Правильно, она не боится. Сидеть. Вы там не очень, нам на ЗКС, не передавите собаку, ему же как-то охранять еще нужно. Берти, сидеть. Вдруг нарушитель такой же страшный, как и я, попадется. Так, прыжок. Барьер. По команде же надо, а не просто. Барьер. Скорее сюда. Хорошо. Пожалуйста, Берти и Шервуд. На первый, второй половичок Марта и Лив. Лив. Первый, второй половичок и Марта. Лив. Сидеть, ждать. Не надо кричать. Можете отделаться улыбкой. Сидеть. Да. Ждать. Лив. Через барьер к себе. Работаем. Иди сюда. Барьер. О, хорошо. Шервуд уже практически с нами. Не давайте ему нюхать мои цветы. Что это такое вообще? Тоже мне пчела нашлась. Прыгаем давайте. Да, еще раз Леев и Марта. На первый, второй половичок. Шервуд, Берти, первый, второй половичок. Солнце уже скрылось, вон сердится на нас. Сидеть. Шервуд. Спасибо, да. Спасибо. Не отходите, пожалуйста. Стартуем. 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 Стоп. Вернись. Место. Хорошо. Вторая пара работает. Берти. Шервуд. Теперь на любой подвычок садитесь, потому что весь урок повторять это упражнение, естественно, мы не будем. Да. Хорошо, тихо справляетесь, молодцы, прошу вас. Барьер. Ну вы когда иди сюда-то, вы барьер-то говорите. Ой, говорите, собаки. Мощный у вас, конечно, Шервуд. Отсюда, еще раз, но вот отсюда. Да. Барьер. Завалил нам барьер вообще. Хорошо, на половички. Так. Обход. Место. Можно Лейфа поменять местами с Марты? Да. Будьте добры, не будем создавать напряжение. Вы бы здесь лучше так прыгали по команде. Обход с правой руки конуса четырьмя собаками. Возврат на половичок. С правой руки, пожалуйста, с правой руки. Лейф первый, Марта вторая. Берти, Шервуд. Хорошо, хорошо. Обход с другой стороны, пожалуйста, возврат. Давайте. Да. Нам скоро после Ивана Купалы в реку заходить, а вы тут с обходом еще не разобрались. Идем, идем. Иди сюда, обход. Оставили собачек, отошли конс. Так, сидеть.
Шер, вот есть? Есть, молодец, умничка, да? Марта, звезда, молодцы, Лив, хорошо. Хорошо. Такое фу, чтобы ему больше не хотелось. Прям фу, такое фу. Марта, хорошо. Не дождалась Берти. Лего, что я делаю в этой группе двоечников? Зачем мы вообще здесь? Давно бы уже зачет сдали и гуляли бы себе. До нарушителей обратно. Да, хорошо. Отлично, вот так, вот, наконец-то. Позыв, позыв. Все к себе. Три собаки есть. Развернулись, пожалуйста, посадили конусом. В обратную сторону работаем. Сидеть. Сидеть. И ждать. Так, ладно, давайте по одному. Проверим имена. Шервуд идет. Один. Шервуд к себе. Шервуд. Хорошо. Берти остановили. Марту на опережение. Хорошо. Берти работает. Берти, иди сюда. Нет, все. Иди сюда. Хорошо. Эмоция помогла. Марта. Лив. Сложнее всего ему было. Всех собачек отсмотрел. Идем в обратную сторону. Отходим. Половичках сидим. Конусом отходим. Лейв пойдет первый сейчас. Все остальные не пойдут. Ждать. Не пойдут все остальные. Идет Лейв. Так, в обратную сторону не работает. Марта к себе. Марта, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста, Шервуд. Дождался, пока вы позвали. Приятно. Сейчас Берти. Хорошо, отходим. Так, прошу вас. Да, хорошо. Все возвращаемся на половички. Будем прыгать. Будем прыгать. Барьеры. Прыжок через барьер туда, прыжок обратно. Вернулись к себе. Вместе работаем. Прошу. Марта звезда, без поводочка, Шервуд, Лейв. Я же должен посмотреть, как они прыгали. А, прыгнуть надо, ну ладно, ладно. Хорошо, еще раз, пожалуйста, прыг туда, прыг обратно. Перепрыжка у нас с вами. Шервуд первый закончил упражнение. Молодцы. Лейв. Хорошо, Марта. Да, хорошо. Еще раз высыл, остановка, команда сидеть. За барьером, прошу вас. За барьером команда сидеть. Тише, тише, тише. Шервуд, отлично. Лейв, сидеть. Это вот это вот... С какой стороны у него начал? А я вам говорила, сильнее стригите собаку. Тут, видите, ничего не понятно. Берти, хорошо. Кусок давай. Дай кусок. Ага. Вот не давайте кусок. Да. Да пока эту Марту дождешься. Сейчас еще Шервуд убежит. Да, хорошо. Так, прыжок Шервуд один. Шервуд один. О, у нас два Шервуда. Берти, прыгаем. Лейв. Марта. Да, хорошо. Еще раз, пожалуйста, высылаем за барьер. Команда лежать теперь. Команда лежать. Выслали, выслали, выслали. Выслали. Не ходим с собакой. Лежать. Хорошо. Шервуд единственный. Ай, вообще никого. Лейв. Берти, молодцы. Наконец-то. 15 минут на стройке. Много, конечно.
Так, Марта. Все, дышим. Дышим. Лежать и ждать. Общая команда сидеть. Сидеть. Слышу. Сейчас. Да. Стоять, общая команда. Шервуд включился в работу. Лейф, молодцы. Давайте, Марта. Берти. Руку убирайте. Убирайте руку, а то он вас грызет. У вас всего 5 пальцев, и они не отрастают, если что. Прыгаем на половичок. Прыгаем. Ладно. Зовем на себя. Сейчас, эти, главное, чтобы видели, как я работаю. Пожалуйста. Хорошо. Посадка на половичок. Марта работает. Давайте. На третий сразу, Лейфа. От Марты отходите. Работаем. Еще барьер. Да вы что? Траекторию повторила, маха вашей руки. Так интересно. Берти, пожалуйста. Прям постаралась. Решил сэкономить силы. Шервуд, пожалуйста. Ну что это такое, Шервуд? Вернитесь, пожалуйста. Я знаю, что вы умеете прыгать. Собака отслеживает ваше управление. И вот эти ваши пуски, они только во зло. Лейф, пожалуйста, стопами. Прыжок, стоп. Всего 3 барьера, давайте. Давайте. Стоп. Назад. Обойди. Лейф, обход. Лейф, обход. Стоп. Барьер. Лейф, барьер. Стоп. Хорошо. Да. Стоп. Да. Безупречно. Когда включился, прям безупречно. Марта. Стоп. Прошу вас, со стопами. Стоп. Вот. Красота. Молодец. Да. Ну, вот серьезная работа. Берти, пожалуйста, без стопов. Попробуем отойти немножечко подальше до того, как вы до этого делали. Без сопровождения попробуем. Прошу. На половичок, пожалуйста. Шервуд, пожалуйста. Барьер. Не хватило энергетики вам на стопе после первого барьера, а дальше ничего. На половичок, пожалуйста. Лейф и Берти прыгаем туда, обратно к ноге. Работаем. Лейф, Берти. Барьер. Давай, оп. Обратно. Лейф, обратно. Оп. Лейфик, иди сюда скорее. Обратно барьер. Лейф, обратно барьер. Давай. Хорошо. Да, Лейф закончил упражнение. Берти, обратно. Берти, оп. Давай. Берти. Ну-ка, оп. Вверх. 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 Вверх.
Столько дел, столько Берти, дел. Давай. Берти. Берти. Оп. Берти, оп. Сидеть. Берти. Ждать. Дергать. Берти. Берти. Ну-ка, оп. Оп. Берти, оп. Сидеть. Да. Шервуд, пожалуйста, и Марта, прыг туда, прыг обратно. Работаем. Барьер. Тише, тише, тише. Не надо кричать. Вот, вот, вот. Молодцы. Хорошо. Тише, тише. Да, 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 да. Хорошо. Лейф, Берти, обход крестового барьера. Марта, Шервуд, пожалуйста. Обойди. Обойди. Шервуд, обойди. Обойди. Нет, нет. Вернись обратно. Марта, хорошо, обойди. Вернись. Хорошо. В исходное положение вернули. Да, хорошо. Лейф, Берти в другую сторону. Обход. Обход. Да, хорошо. Сюда. Сюда. Лейф, сюда. Стоп. Лейф. Лейф, иди сюда. Иди быстрее. Обход. Обход. Видите? Верьте, обход. Ждать. Обход. Марта, Шервуд, обход с другой стороны. Шервуд, сиди. Шервуд, Марта. Обойди. Обойди. Шервуд. Нет. Шервуд. Обойди. Марта. Обойди. Обойди. Шервуд, хорошо. Обойди. Марта, обойди. Ух ты! Ничего себе, он как умеет прям вокруг своей оси поддерживать. Так, Григорий, пойдем. Прыгаем туда, прыгаем обратно. Марта, Лейф. Лейф, кольцо. Крепись. Кольцо. Барьер. Лейф, барьер. Кольцо. Наркотики, кольцо. Оружие. А, хорошо, конфеты, обратно. Кола. Лейфик, обратно кольцо. Марта, барьер. Ни конфет, ни колы барьер. У него пустой. Обратно. Это все сам сожрал, видимо. Держать, держать. Хорошо, переходим. Прыг туда, прыг обратно. Шервуд. Давай. Барьер. Давай, оп. Барьер. Молодец. Барьер. Хорошо. Оп. Да. Обратно. Шервуд. Давай. Оп. Барьер. Молодец. Хорошо. Черные собачки работают вместе. Прыг туда, прыг обратно. Шервуд. Не тряси барьер. Колечком. Кольцо. Хорошо. Обратно. Лейф, обратно кольцо. Обратно. Да, хорошо. Хорошо. Давай правее, Гриша. Правее. Сюда. Вот взрослые не расстраивайся, они тоже не знают, где прав. Так, прыг туда, прыг обратно. Ничего не меняется с возрастом. Часовая стрелка. Берти, поднимай. Хорошо. Так, вот так держи. И к первой собаке будешь двигаться назад по одной собаке. Вот туда. Вот так она пойдет. Лейф, пожалуйста, работаем. Лейф, кольцо. 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 Да. Обратно. Лейф, обратно кольцо. Обратно кольцо. Ну. Ну, это кольцо. Он просто мальчик и неправильно стой, все держит. Стоп. А я бы сразу прыгнул, если бы да, не удалось. Хорошо, следующая собака. Стой, 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 стой. Да, 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 так можно. Хорошо. Марта, не качай. И выше. Нет, еще барьер. Да. Марта, еще кольцо. Это я так и знала, что мне выше сделать. Так и знала. Ну-ка, вернись. Какой противный мальчик. Марта, не любит шнауцеров, наверное. Все терьеры любит. Ага. Хорошо, смещаемся, давай. Стоп, стой, стой, стой. Поворачиваем боком. Да. Берти работает. Берти, вперед. Берти, оп. Давай. Сиди. Берти, оп. Давай, оп. Еще новость какая. Люди какие-то понагнали. Да, в обратную сторону. Не вздумайте кормить за дорогу туда. Ой, прыгает. Смотрите, как здорово. Хорошо, Шервуд работает. Молодец. Барьер. Обратно. Барьер. Говорит, ты что, блатной, не мог это опустить мне кольцо? Я же думал, ты свой, а ты вот какой. Так, хорошо. Держи кольца вот так. Угу. Шервуд, обход человека. Ну, ты опусти их просто, не напрягайся. Все, обход человека с кольцами. В кольца не лезть. Специально вам провокационную позицию поставила. В кольца не лезть. Обход, пожалуйста, сосредоточьтесь. Это я так и знала, что вы попадетесь.
Мозг надо брать с собой. В списке обязательно надо написать приглашение. Мозг. Обойди. Надо взять мозг. Обойди. Поводок. Обойди. Ну и лакомство, конечно. Кстати. Да, обойди. Давай. Обойди. Повезло вам с моим помощником, обойди, что вы его можете, так сказать, снаружи, обойди, поводком. Обойди. Да, Веста, перекинуть. Берти, давайте, не попадитесь, не попадитесь. Берти, здесь обход справа, давай. Обход, Берти. Берти, обход. Берти, вот. Только близко. Лей. Да, сиди. Это был обход, Гриш, что-то просто не понял, да. Марта, пожалуйста, Марта, покажите. Марта, обойди. Марта, обойди. Марта, обойди, быстро. Обойди. Нет. Вернись обратно. Нет, вернись обратно. Как мы с Гришей вас поймали-то? Марта, обойди. Вся надежда на Лейфа, прям уповаю на вас. Марта, сюда обойди. Так. Марта попалась. Осторожно, поводочек, не свались. Ну, давайте. Говорит, опять работать? Обход. Сюда. Ну, вот так вот надо, вот. А хозяйка говорит, они еще зеленые, но к зачету не готовы. Представляете? Не готовы они к зачету. Пожалуйста, еще раз, Шеру с другой стороны. Обходим помощника моего. Обойди. Какие муравьи, позвольте. Шер, обойди. Регулярно их вывозим за 100-й километр. Что вы? Обойди. Обойди. Нет. Спасибо. Обойди. Ну, не знаю. Обойди. Помощник какой-то толстый, огромный. Пока его обойдешь. Берти, пожалуйста. Конечно. А вы думаете, я их просто так попросила Гришу подержать? Нет. Вот я сейчас про школу ДСАВ слышала. 25 собак, 10 уроков, сидеть, стоять, лежать. И собака не делает. Вот это я понимаю, нагрузка. А тут кольца какие-то. Пойдем, смещаемся. Дети вон участвуют. Кошмар. Куда только смотрят. ДСАВ. Обойди. Еще. Возвращайся сюда. Да. Очень хорошо, Марта. Очень хорошо. Вот сейчас да. Вот прям и мозг у вас, и все было. Лейф показывает другую сторону обход. Обход. У нас помощник крепкий. Скорее сюда. Давай. Уравновешенный психически. Повезло мне с тобой. Молодец. Спасибо. Иди отдохни. Хорошо. Так. Лейф приносит колечко свое фиолетовое, пожалуйста. Лейф свое. Чужое не надо. Вот именно туда не надо. Умничка, как он хитро поднимает его. Молодцы. Марта, прошу вас, красненькая ваша. Принеси колечко. Ты моя умничка. Давай, теперь бери, еще возьми. Это кольцо бери, обнаружено. Марта, ну, какое-то грязное какое-то. Марта, принеси. Колбасой не намазано. Марта, я же забыла, принеси. Вам надо намазывать. Марта, нет. Принеси игрушку. Давай, неси. Все игрушки возьми, у меня возьми, дурацкие. Да? Так, Берти, пожалуйста, Марта, черная. Берти, наверх, вот это. Берти, неси. Ну, естественно, чужой лучше. Это ж понятно. Мне самое плохое досталось. Мрачное, депрессивное, черное. Нет, все-таки то. Нет. Пошевелите, ногой пошевелите. Поднимите его, вот как Лейф сам делал, а вы... О! Берти, неси давай. Неси. Ладно. К себе. Сейчас я поменяю вам. Шер, вот, пожалуйста, давай. Я здесь, да. Принеси. А, нашел. Говорит, я так и знал, что оно лучше. Принеси. Да, да. Тащи. Говорит, так жалко вообще с тобой делиться им. Хорошо, я пойду Грише лучше отнесу. Так, иду на поводу.
Так, идет, да. Пожалуйста, за колечком Лейф и Берти. Свое кольцо берем. Лейф, Берти, работаем кольцо. Лейф и Берти. Кто очень хочет. Принеси колечко. Лейф, принеси. Принеси, давай. Теперь хочу фиолетовое. Принеси, давай, принеси. Да-да-да, принеси мне, принеси. Как по сказке прям. Принеси, скорее, скорее, скорее. Как это, давай, золотая, давай, давай, рыбка. Принеси, принеси. Да, хорошо. Не хочу быть столбовой дворянкой. Берти, неси. Неси, давай. Нет, дай. Берти, молодец, прям по Пушкину идет. Неси, неси. Ну нет, какое-то оно вблизи оказалось не такое. Марта Шервуд, забирайте свое сокровище. Принеси. Шервуд, отлично. Вот я понимаю, Марта, какое принеси. Дают, такое и берем. Марта, принеси колечко. Умничка. Давай. Ух ты. Давай, 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 давай. Хорошо давай. Крутится. Еще давай, запускай. Марта, принеси. Давай. Еще давай. Да, здравствуйте, здравствуйте. Идите, идите. Идите. Как его, киви? Сидеть. Идите на тот половичок и сидеть. И просто сидеть. Ничего от вас не требуется. Нет. Нет! Киви, нет! 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 Ага! Самое время обхода делать. Так, ну посмотрим. Ничего себе вы создали в группе коллапс. Шервуд, а что вы в упоре? Ну-ка быстренько вернуть позицию. Вот в таких хоромах в плане... Послушных собак каждый может, а вы вот попробуйте при лабрадоре поработать, да? Вот так, о, хорошо, вот так и сидите. Нет, нет, вот так, как бы до этого было. Вот так, хорошо. Лейф и Берти, обход конуса. С любой стороны просто обойдите. Просто обойдите. Идем, 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 идем скорее. Ай, хорошо. Марта, пожалуйста, и Шервуд. Шервуд, идите работать. Марта, обход. Не то, не то, не то, не то обходим. Обойди. 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 Хорошо. Место. Так, умеет у вас собака обходить? Нет? Нет. Ну, мы не пробуем. Ну, попробуйте, обойдите конус. Вышлите, обойди. Обойди, ждать. Что вы кричите? Она слышит, ваша собачка-то хорошо слышит. Нет, обойди. 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 Чего этот конус тут стоит, непонятно, да? Обойди, ни жеста, ни поводка, попробуйте. Обойди, обойди, вот. Хорошо, ладно. Команда сидеть, отходим конусом. Хорошо, сидеть. Отходим конусом, от лабрадора не отходите. Только... Место. Сидеть. От, не отходите от собачки, вы остаетесь. Все остальные сидеть. Конусом. Сидеть. Конусом, пожалуйста. Марта, сидеть. Да, ждать. Хорошо. Так, посмотрим на отдельные команды. Лейф, лежать. Один. Никто не слушает чужую команду. Никто. Сидеть. Да, хорошо. Марта, пожалуйста. Нет, Берти, сидеть. Берти, нет, Берти, лежать. Нет, сидеть, ждать. Лежать. Вот, молодец, ждать. Сидеть, ждать. Марта, лежать. Молодец, хорошо. Сидеть, ждать. Марта, нет, лежать. Берти, лежать. Берти. Сидеть, лежать. Лежать. Ждать. Марта, ждать. Лежать. Молодец, Берти. Лежать. Хорошо, пожалуйста, Шервуд. Берти, нет. Лежать. Лежать. Сидеть. Сидеть. Берти, нет, лежать. Сидеть. 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 Сидеть, да нет. Лежать, команда. Лежать. Нет. Сел. Сидеть. Лежать. Место. Сидеть. Лежать. Ждать. Лежать. Тише. Лежать. Лежать. Лабрадору лежать. Сидеть. Он знает команду лежать, да? Лежать. Знает? Лежать. Хорошо. Сидеть. Ждать. Раз знает, хорошо. Только те команды от него ждем, которые учили. Нет. Подзыв к конусу. Подзыв. Берти, иди место. Сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сидеть. Хорошо. К конусу, пожалуйста, с лабрадором перейдите. К синенькому. Вот пустой. Да, 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 да. Хорошо. А развернули собак, оставили, отошли к половичкам. Хорошо. Сидеть у конуса, пожалуйста. И стойте там с ним, не отходите.
не отходите. Да, вот так, хорошо. Берти, отлично. Как суета пошла, сразу какое-то сознание пришло к вам, я смотрю, хорошо. Или жалился над вами. Лев говорит, вообще ничего не видно издалека. Почему я так далеко сижу? Пересадите меня на другую парту, да? Как он знает, что я про него? Непонятно. Подзыв на половичок. Ну вот, да. Пойду посмотрю, что там такое. Пересаживайте. А почему он ест мою траву? Идите на половичок. Одна вас травы не напасешься. Идите на половичок, идите. Господи. Вот все какие-то чужого добра жадны. Ни у кого травы дома нет. Хорошо. Еще раз, пожалуйста, отходим к конусу. От всех, кроме лабрадора, от него не отходим. Все остальные к конусу, пожалуйста, к конусу. Общий позыв. О, ну слава богу. Хорошо, вы переходите с лабрадором в эту сторону, к конусу. Пожалуйста, здесь собак оставили, развернули и отошли к половичкам. Отошли. Марта, сидеть, быстро. Сидящих подозвать к половичку. Подзывайте. Сейчас, секунду. Так, посадка в колечко, хвостом в сторону конуса, все пять собак, пожалуйста, займите положение в колечке. И лабрадор тоже заведите. Хвостом внутрь, мордочкой к себе. Подъем, переход в следующее колечко по часовой. Вот так, по часовой двигается. Да. Пожалуйста. Сидеть. Лифт нельзя. Тише, весна, птица гнездятся. Нельзя пугать птиц. Тише управляем, тише. Вот. Лейф. Очень хорошо. Берти. Шервуд. Сидеть. Вон у меня какой нос, конечно. Переход в следующее кольцо по часовой. Молодцы. Не в натяг поводочек, а провисший. Не в натяг. Перешли и сели. Перешли. Сели. Команда сидит. Сидеть, пожалуйста. Лицом к себе. Лицом к конусу. Хвостиком. Почему конусу? Чтобы к другой собаке вы повернуты были спиной. Передали управление безопасностью на себя. Забирайте управление безопасностью. Нечего там им смотреть. Вы обеспечиваете все условия, чтобы собаке было комфортно, удобно и даже вкусно. Хорошо. Команда лежать. Лейв первый. Молодцы. Шервуд, красавчики. Так. Да, Берти. Да, Марта. Лабрадора положили. Уберите руку от лабрадора. Он же вот так у вас растолстеет. Вы же его кормите все время. А, понятно. Нельзя убирать, да? Она просто не будет ничего выполнять. Иди сюда. Она не будет выполнять. Ну, будет. Иди сюда. Ладно, делайте как можете. Просто, ладно, сейчас разберемся, чего это она у вас такая жадная. Шервуд, хорошо. Вы его так вот взяли, пришли и раскрыли мой главный секрет. Разве можно так? Подзыв к себе, подзыв.
Иди скорее, да. Хорошо, хорошо. Иди сюда. Возвращаемся. Возвращаемся в кольцо. Ой, только не надо ко мне на такой малой дистанции. В кольцо всем. И хвостом. Хвостом в центр. Сидеть. Молодец. Я принесу супруги. Просто она новая остановка, мне будет получше. Ну, поменяйтесь. Все ж, да, отмахнули. Сидеть. Хорошо. Общая команда лежать. Лежать. Давай лежать, Лежать. Команда лежат, обход композиции. 5 колечек, 5 собачек. Обойдите, пожалуйста, композицию. Пойдем к рекой, сейчас работать будем. Что мне нужно сделать? Так, Лейв, Берти, Марта. Хорошо. Так, смотри, что я тебя прошу. Я тебя переложу перед ногой мяч, секунду. А ты его подпинаешь тихонечко вокруг собака, а пойдешь с мячом. Понятно? Да, веди мяч вокруг собачек. Пинай, иди себе спокойно. Всем лежать. У собак находимся. Веста ближе к Лейфу. Вот так. Так. Лейф, отлично. Так, с лабрадором хорошо. Гриша, отлично. Вот, ага. Так, Берти нет. Марта. Сделай еще разочек. Наверни еще один кружочек, ладно? Давай. Иди еще. Еще, еще. Как у нас ребенок бережно мяч-то ведет. Не раздражает вас прям совсем. А, увидела все-таки лабрадор. Да, мяч увидела. Так, Лев, звезда. Так, Марта, следите сзади ребенок с мячом. Хорошо, Берти, держаться, держаться. Да, давай-ка еще. Прям хорошо у тебя получается. Иди еще. Можно даже чуть-чуть побыстрее двигаться. Если можно, ты побыстрее немножко. Да. Спасибо. Общая команда сидеть. Так, мне помощника пропустите с мячом сюда. Ага, спасибо. Умница, умница. Сейчас секунду ждем. Команда сидеть. Сидеть. Хорошо. Оставили собачек. Еще раз обход композиции. Сейчас еще раз пойдешь, но в другую сторону, ладно? Сидеть. Шервуд. Сидеть. Лейф, отлично. Марта. Так, Берти продержался. Хорошо. Так, сидим. Собака сидит, вы стоите. Григорий идет в ту сторону, ведет мяч. Берти, хорошо. Марта, хорошо. Лейф, хорошо. Так, хорошо, лабрадор, молодцы. Так, Шервуд последний. Здесь прям двойная нагрузка. И ребенок свой, и мяч. Все сложно. Пожалуйста, вот сюда с мячом. Сейчас мне толкнешь, а я тебе. Хорошо, команда сидеть, толкай. Берти, сидеть. Ждать. Сидеть. Нет. Марта, ждать. Нет. Сидеть. Нет, Берти. Хорошо. Берти. У Шервуда не заслоняйте картинку сбоку, если можно, от собаки. Ага. Ждать. Хорошо. Берти, сидеть, ждать. Да, молодец. Хорошо, стоп, стоп. Общая команда лежать. Лежать. Берти, лежать. Лежать. Марта, лежать. Лежать, ждать, Берти.
Нет. Так, два, не выдержи, хорошо. Лежать. Еще. Нет. Лежать. Лабрадора положите, лежать. Положите лабрадора. Верти лежать, дать. Верти лежать, дать. Дать. Давай, Гриш. Лежать. Хорошо, всем лежать. Вот так в обратную сторону можешь провести? Вот туда тоже хлопочками сюда. Давай, иди. Идем. Лежать, нет, лежать. Хорошо, обратно. Команда стоять. Стоять. Да не натяжение нельзя. Ой, вы мне помощник сейчас завалите, аккуратно. Вот так в обратную сторону пойдешь сейчас, секунду. Стоять, провисший, провисший, провисший. Стоять. Отлично, работаем, Григорий. Верти стоять. Нет, спасибо, молодец. Вот это самое мое любимое, когда ребенок что-то теряет и бежит весело. Да. Лежать, пожалуйста. Пойди подай, пойди поближе немножечко. Лежать. Вот так, стой. Буду тебе мячики дать верхом. Вот так, ладно? Хорошо. Лежать. Ловишь? Давай мне. Хорошо, ну теперь сложное. Оставили собачек, зашли за нас с Григорием с этой стороны. От лабрадора не отходите, пожалуйста. Ловишь? Хорошо, обратно. Вернись. Да. Лев, ждать. Подзыв кто выдержал? Лев, иди сюда. Лев. Хорошо. Спасибо. Так, хорошо, все на половички. Хозяева рядом. Сейчас, подожди, в тени. В теньке постою немножечко. Идите к собачке, пожалуйста. К собачкам, к собачкам. Все. Все к собачкам. Вот, а теперь отходим на 5 квадратиков, а вы не отходите. 5 квадратиков, пожалуйста. 5. Молодец. 5. Прям вот без фанатизма. Так, хорошо. Хорошо, Шервуд к себе. Лейв к себе. Марте определенно нравится имя Шервуд. Марта, пожалуйста. Вот как-то вы ее не так назвали. Прошу вас. Давайте, Марта. Хорошо, Берти вернуть и позвать по готовности. Так, сидеть, сидеть. Лабрадора, провисший поводочек. И команда сидеть. Давайте, давайте. Поработайте немножечко. Оставили здесь собачек, отошли к половичкам. Прошу вас. Лей, звезда. Вот такие черные терьеры должны быть. Берти, умничка, включился. Все-таки вы добились своего. Хорошо. Для вашей собаки это очень важно. Шервуд почти на пути к исправлению. Марта. Хулиганка. Сидеть. Ждать. До первого слабого звена сидим. А, лабрадор ушел, да? Сидеть. Вот парадокс. Ушла собака, которая с хозяином была на поводке. Подзыв. Умнички. Идеально безупречно. Так, один прогон на длинной дистанции. Можно попросить лабрадора вот здесь посадить, отойти и позвать на себя? Можете так вот сделать? Мимо собачки я посмотрю как раз. Шервуд, на первую Шервуд. Сидеть ждать. Киви, Гиви. Как их зовут? Иви, я думаю. Иви? Ну, есть версия. Понятно, Иви. Вот, умнички. Позыв? Ко мне. Да, слушайте, хорошо. Шер, вот, ну вот, да, лабрадорский уход по итогам, да? Давайте Иви на первую. Шер, вот, работает. Все смещаемся, смещаемся. Берти, молодец. Бросайте поводочек, да. Ух ты, молодец. Прошу. Ко мне. Ко мне, пожалуйста, или иди сюда, или к ноге, или подойди. Пожалуйста, Лив, смещаемся, все на половичках.
что ты там стоишь? Ты же помощник, тебе же сюда. Вот. У тебя же портер, ты что? Садись. Лей, вот. Иди сюда. Разверни. Секунду, Веста, остановите на середине. Да. Лев, стоп. До конца к себе. Лев, сиди. Да, хорошо. Все, теперь даже не уговаривайте. Мне следующий урок зачет, даже не просите. Так, пожалуйста, смещаемся с Берти. Барта работает подзыв. Вот Витик. Где он сырой зеленый, непонятно. В каком месте он зеленый? Какая я у тебя все-таки веселая. Шантажистка. Чтобы один кусок всего на ожидание, такую дальнюю дорогу. Я же проголодаюсь. Вот полное ощущение, что вы схитрили, и собака поднялась. Она вас обманывает, я прям видела. Берти, пожалуйста, по вашей команде тренируйте, прям по вашей. Ну прям хитрит собачка-то у вас. Только вот сейчас со шнауцером работала, объясняла эту схему. Шнауцеры так любят делать. Звезда моя пришла в конце урока хорошо, а то бы довела хозяйку до состояния никакого. Идем, будешь держать кольцо. Без тебя никак, иди сюда. Так, вот с лабрадора начнем. То же самое, только теперь через кольцо. Посадили Иви, да? Вы с той стороны, через кольцо к себе. Последнее упражнение, прям самое распоследнее. Можете прям сразу за кольцо встать. Угу. Да вы что? Ко мне. Ко мне. Вот она и пришла. Шервуд, пожалуйста, смещайтесь. Далеко встали, я же просила за кольцо. Видно же, что пока он, ну, как бы пёс-то не сможет. Ага, Шервуд. За кольцо. За кольцо и еще немного. Давайте. Барьер. Да, да, хорошо, молодцы. Лейф, держи крепче, Григорий, сейчас пойдет черный терьер. Вместе с кольцом ему не мешает. Держи крепко, прям как мужчина держи. Сейчас полезет черный терьер тут. Давайте. Лейф, кольцо. Что полезет? Может, я вообще не пойду туда? Хорошо, сюда, сюда скорее. Никогда таких грациозных не видела. Очень хорошо. Марта, вот Марта будет прыгать. Давай ее порадуем с тобой. Давай, давай. Она очень любит прыгать. Вот так. Правильная команда. А, хорошо. Два прыжка, один барьер. Удивительное дело. Берти, пожалуйста. Хорошо, да. Ну вот, что барьеров касается, конечно, вы безупречны. Так, хватит жевать мою траву. Берти, ну давайте, последний, все. Да вы что? Все-таки у вас собака. Это хорошо. Благодарю, молодец, отдохни. Работаем главную команду, на этом заканчиваем. С Лейфа начнем, Веста, прошу вас. Прям там оставьте, прям там. У нас тут ребенок и люди. Можно вас попросить немножко зайти, когда черный терьер идет? Все-таки лучше освободить ему дорогу. Вы узнаете об этом, но будет поздно, да. Подзыв. Лев, лев. Да, хорошо. Домой. Марта, пожалуйста, не приставай. Не убей. Хорошо, Марта работает. Такой же черный терьер, только поменьше. Этот вообще пролетит, не заметим мы с вами. Прекрасно. Я думаю, что можно. Да, подход прекрасный. Спасибо. Отдыхать. Берти. Последние 40 минут. Нет, последние 20 минут собакой оказался этот пес. Еще раз, пожалуйста. Усиление, домашний урок, индивидуальный и спецсредства. Да, хорошо, отдыхать.
Шервуд, до свидания, Шервуд. Тоже включились, приятно. Да, очень хорошо. Давайте команду ко мне отработаем, посмотрим.